Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, несомненно, этот стрит-стайл порадует очень и очень многих зрительниц и зрителей также, если вы вдруг попадете на мой канал и вы мужчина, потому что вы тоже найдете здесь вдохновение, потому что действительно очень много хорошо, классно одетых людей в любой стилистике в этом стрит-стайле можно увидеть. Мы увидим много верхней одежды на верхнюю одежду, мы увидим много необычной обуви, мы увидим вообще много необычной одежды, необычных сочетаний. Будет большое количество белых брюк, что на мужчинах, что на женщинах. Будет большое количество светлых аутфитов, непривычно светлых аутфитов для предновогоднего стрит-стайла, потому что мы привыкли думать, что на холодную погоду нам больше подходят темные оттенки. Будет также очень много ярких аксессуаров. И обратите, пожалуйста, особенное внимание на то, как популярны кроссбеги и как, на мой взгляд, они комплементарны для любого возраста, для любой фигуры. И кроссбеги, конечно же, очень универсальны. Их можно носить классически через плечо, а также на плече. Они действительно формируют очень-очень хорошие пропорции на любой фигуре. Дорогие зрители, эта девушка уже не в первый раз попадает в кадр, она долго кого-то ждала. Хочу обратить ваше внимание вот на такой ансамбль, на такое сочетание пальто халатного типа, может быть однобортное, может быть двубортное, вот с такими жокейскими сапогами. Этот силуэт был предложен Max Mara, он кажется непривычным, но стал мне нравиться. Этой осенью я уже показывала, как сама иногда носила таким образом и сочетала пальто и вот такие сапоги с широким голенищем а-ля жокейские.
возможно, в следующем сезоне розовый – это наш новый бежевый. Обратите внимание, как много розового, вот такого припыленного, светлого-светлого на стрит-стайле. В который раз я замечаю большое количество шляп. Шляпы действительно это прекрасно, это очень удобно, очень красиво. Несмотря на кажущуюся неуместность шляпы в современном гардеробе современной женщины. Есть зрители, которых особо интересуют витрины, в особенности цены на какие-нибудь люксовые товары, например, очки, например, сумки, ремни. Ну что ж, давайте посмотрим. Сегодня я кое-что смогла заснять. Так, это очки Tiffany. Здесь в Италии они стоят в районе 250 евро традиционно. И всегда, практически в любом магазине, можно получить скидку какие-нибудь 10% совершенно точно. Это Louis Vuitton и их популярные, наверное, сумки. Я не очень интересуюсь этим брендом. И да, вот такие сумки, вот такие мои ботфорты. И цена на сумки подобного плана, то есть с очень богатой фурнитурой, в районе 2500 и до 3000 евро. И эта сумка, конкретно эта сумка, стоит 2500, по-моему. И я также покажу вам Gucci. Мы очень часто видим конкретно эту модель в версии чуть побольше, либо чуть поменьше на итальянках. Она, по всей видимости, очень популярна. Не могу ничего про нее сказать также, потому что я больше не клиент дома Gucci. Мне не нравится то, что делают новые дизайнеры, как многие блогеры здесь на YouTube говорят. Это некий фэшн-трэш, то, что делает новый дизайнер для дома Gucci. Цена также на маленькую версию в районе 1500 евро. Это в данном случае витрина дома Hermès. А сумки стоят также в районе 3000 евро, те модели, которые я вам показала. И очень мне нравятся мокасины. Я в который раз обращаю внимание, что вот подобные не замшевые и не кожаные, а именно велюровые, бархатные мокасины очень хорошо совсем смотрятся. Не знаю, будут ли они популярны, но они очень хорошо совсем сочетаются. Понравившиеся многим и полюбившиеся Дзанеллато, производитель Дзанеллато, это версия их популярной сумки мини, то есть очень-очень маленький размер. А признаться, эта сумка, я не помню чья, но она просто очень красивая. Я очень люблю клатчи, и тем более я люблю клатчи вот с такой застежкой в виде сверкающих страз. А это узнаваемая Prada. Этот бренд я, признаться, недолюбливаю. У меня были вещи Prada. Они, на мой взгляд, как-то очень необычные, странно скроены. Но аксессуары этого дома, а также обувь, практически безупречны в своем качестве. Thank you.
что ж, улицы заполняются гуляющими людьми, и снимать все сложнее и сложнее, потому что очень тяжело выхватить и поймать в кадр какого-нибудь стрит-стайлера. Моя семья тоже зовет меня гулять, они еще меня не видят, наконец-то припарковали машину. На этом с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, предновогоднего ожидания праздника. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!